Цель встречи – профилактика ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. Начальник ГИБДД Сочи Олег Федотов поднял вопрос о несоблюдении скоростного режима и выезде на встречную полосу. Заместитель главы города Ирина Романец озвучила не менее важную тему, волнующую жителей Сочи. Это шум от ревущих глушителей мотоциклов. Он особенно мешает в ночное время. В свою очередь мотоциклисты заверили всех участников встречи, что правила они выполняли и будут выполнять. А вот что необходимо им сделать, так это провести работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди мотоциклистов, которые не входят в мотоклубы. Также было запланировано проведение совместных профилактических акций на дорогах города и размещение социальной рекламы по профилактике ДТП.